Привет всем! В эфире снова! С Нового года! Возвращаюсь в Огайо. С поездкой еду на Калифорнию. Остановились на обед в Юте, чтобы показать соленое озеро из соли. Пойдем посмотрим. Тут такая рестерия, не можно отдохнуть, остановиться. Вот где добывают соль. Целое озеро соли, белое. Остановочки такие, парковочка. Она как получается, смотрится как лед. Люди останавливаются, смотрят. Здесь пару кранов есть. Вот написано, что надо мыть ноги после соли вот здесь. Вот написано. Идем туда, к этому озеру. Там где-то далеко люди гуляют. Вот и озеро. Город называется Salt Lake. Соленое озеро. Вот вам и Salt Lake. Все белое, 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 белое. Белое. Вот сюда, иду сюда. Вот оно. Как камень. Как камень. Застывшие. Вот я пробовал на язык. Вот. Берешь эту лунку. Эту лунку. Отберу лунку. У палец этот. Руку. Сейчас попробую. Попробую на вкус. Да, соль. Пожалуйста, мандасалу солить. Особо свежее брать, вставать и мешки долбать. Там прямо машинами ездят. Вдалеке он там, вижу, машины ездят. Там, наверное, добывают или что они там делают. Громадное озеро. Интересно, да. Как они его добывают, не знаю. Наверное, как-то там рядом проезжали, видно, там стоят горы. Стоят горы соли. Они, наверное, траки загружают. Да, соль себе, интересно, как, с чего она происходит. Вон человек на машине поехал. Вот по полю катается. Ездили аж туда. Кто-то далеко ездил. Вот такие-то дела. Интересно, конечно.
Интересно. Все, возвращаюсь до машины. Потому что 30 минут обеда и ехать надо. Так что все окей. Соли я не набрал. Это добра хватает. Окей. Всем всего хорошего. Будьте солью в мире всем. И все будет хорошо. Все, возвращаюсь. Вхожу в трак и буду ехать. Всем всего хорошего, всех благ. До побачення.